Серьезно тебе говорю. Перестань, хватит, Юрий. Смотри, как расселась. Да? У нее как будто столбняк. Пойдем в другую комнату, а? Чуть она не двигается. Бабуля. Эй, ты как? Что за дела? Ты слышишь? О, Боже. Черт. Не знаю. Роджер! Иди под старой, чтобы ты сдохла! Ты дома? Я чуть не упал.